Привет, ребята, всех приветствую на канале Future Riders. Как вы видите, небо серое, идет дождь, значит, мы в Москве. Все отлично. И Леха тоже здесь. Короче, мы пригнали на электрофест сюда. И вот мы уже на месте находимся. Погода, как я уже сказал, не очень. Пойдемте посмотрим, что там хорошего есть. Погнали. Народу, в принципе, вижу достаточное количество. Кстати, могу сказать, что участвовать я не буду. Решил просто не напрягаться в этот раз, в этом году. Так что без участия, ну, зато посмотрим, что заснимем. Бро, прикольный стиль. Да. Почему раньше не догадались? Зонтики рули. Короче, здесь очередь, нам надо пройти все вот это, сейчас будет, и попадем туда. Это классно, это... Кстати, вот сразу, я буду, знаете, Александр у нас гуру, он знает все о электротранспорте, я знаю электротранспорте только о том, что... Лех, поехали на трассу, ты с зонтиком проедешь там? Поехали. Так, ребят, все, я покинул электрофест, потому что мокро. Да ладно, шутка. Нифига, настоящий райдер всегда в бою. Короче, встретился с Димоном. И мы сейчас двигаем встречать Форда. Ну, моноколесники его не знают, Форд Гараж, наверное, единицы только знают. А вот в плане самоката движухи его знают все, весь Питер там и Москва, наверное. Так, кстати, что... это он дождь сюда привез. Надо его гнать отсюда. А, Форд, да? Да. Короче, едем встречать его сейчас. Не он случайно там, вот он, нет? Так, ну, собственно, что мы видим тут? Самокат Сани. Саня, вот Форд Гараж знаменитый. Кстати, вот он мне делал тандер, он мне делал бустер, он мне делал все, короче. Дальше не продолжай, я даже боюсь. Саня, ну ты готовься, тебя колеса ждут уже. Я боюсь, вот я вот Петру дорогу рассказывал. Ну там вот тандер, у нас тут просто, видишь, мы накидали и поехали. Ну ты доставай, давай, доставай, ты на нем? Наверное, смысла нет. Почему нет? Ну попозже, если может дождик раскинется. Да ладно! Ни разу дождя не видел. Вот самокатчики, вот колесники всегда. Ну ладно, хорошо. Похоже, ну, в общем, чуть достанет. Ну, похоже, как у меня, но просто немножко, немножко побольше всего. Может быть. Да. Может быть. Понятно, ну, окей. Ну, пойдем тогда, что? Так, ребята, короче, взял протестик. Я ничего не слышу. Телемат? Не слышно? Не. Здравствуйте! Короче, взял телемат протестик. Прикольный, короче. Мне он нравится всегда. TTG моя любимая фирма. И вроде говорят, стороны красивые двери. Это L-ка размер, не M-ка нужна. Сейчас будем прорываться, попробуем на трассу выехать и немножко катнуть. В таком виде Бэтменом буду. Let's go! Так, выезжаем на трассу. Ну что можно сказать? Мокро, и я без шлема тем более, потому что я что-то его в машине оставил, решил без него. Поэтому очень тихо, мы спокойненько проедем, посмотрим повороты. Ах! Немножко закладываем. Леха нам снимает уже. Мокро, скользко. Ну, я думаю, сегодня все гидру проверят хорошо. Здесь, короче, на скейтах катаются. Да, было падение, но мы это падение профукали, потому что мы были в другом месте. Зрители, все стоим внимание вот на старт. С Саней. Выясняем, когда мы пойдем курить. Кальян пойдем курить. Это так ржет, что мы сейчас точно пойдем куда-то что-то курить. Посмотрите, очень хорошая доска. Поприветствую, что же, укороченная база. И это райдера. По-мокрому так хорошо едут. Офигачит просто, да, это уже нормально. Но настоящая райдера погода ничего не значит. В любую погоду можно наваливать. Да. Было бы желание. Да, ну, Лёха? Что же, напомним, что это уже становится ежегодным. Оп-оп-оп-оп-оп! Ого, ребят, вы видели, какая скорость? Реально клево. Мы приглашаем, очень круто наваливает. Могу сказать, что мне очень интересно было бы проехаться, именно научиться нормально катать на таком скейте электро.
Вот. Это что значит? Хочу попробовать. Кажется, вроде ровное, но нет, есть все равно определенные. Давайте напомним. Давайте поработаем. Или это просто расцветка? Меня был. Ну, Господа, ну, в общем, мы с Лехой посмотрели на всю эту скейтерскую электродвижуху, и мы пришли к выводу общему, единому, что крутые ребята, скилловые, реально очень похожие, вот реально как раз на нашу движуху, именно моноколесную, потому что, ну, как бы скилл нужен, чтобы так катать. Руки свободны. Руки свободны, это круто, и они красиво едут, и скилл нужен для этого. Короче, респект, реально, красавчик. Я, может быть, тоже себе прикуплю потом такой аппаратик и попробую на нем чего-то, а? Блин, что-то упало, похоже. Что-то упало, а мы не видели. Так, скоро будет начинаться заезды, уже моноколесные. Без аппарата. Либо оставляете, либо... Да не, я понял. И мы будем на этом наблюдать, короче. Что туда заедем? Куда? Посмотрите, проходит раскатка. Ребята катаются, все уже полазили на трассу. Сейчас будет скоро уже моноколесный заезд. 72 года. Старческая анестезия. Не страшно. Да. Расскажите, пожалуйста, ничего не делал? Вы участвуете в соревнованиях? Да, в клубе электро. Не первый раз. Ребята, я выехал на раскатку. Здесь было падение только что сильное. И похоже, Алекс упала. Просто прокатиться, показать вам, что это такое, без шлема. Поэтому очень печально все, еду аккуратно. Просто показываю вам. Так, ребята, а вы что медленно так? А я нет, спасибо, я на скорости 20 км в час. Огонь. Ну вы крутые, молодцы. Все, мы помчали дальше тогда. Давайте. Проход. Я проехал, вам показал саму трассу. Блин, интересно, мне понравилось, хорошая траектория, вот. Сейчас будет эпично, я думаю, уже было пару крашей, будем смотреть, с вами наблюдать, что будет дальше. Посуху очень классно, да? Да, хороший. Вот мы прокатились под дождем, и я с зонтиком прокатился, вот может, мы, увидите. А сейчас нормально, сейчас хорошо, вообще, прям, с кайфом, да, ветра нету сейчас. Да. И не все наши гости могут выехать. Здорово. Ой, нифига себе, я такого не видел. А? Что это у тебя, новенькая? Нет, я переклеил вчера полностью. А-а-а. Серьезно? Ну, в 6 вечера начал, 9 закончил. Ты еще не пробовал, не пройдем? Я уже проезжал. А кто там упал? Сашка упал. Она сильно заложила, может, попробовать. Я опять не затянула. Так, бешеные. Банда, смотрите, там скорая стоит. Вон там, в самом конце, короче, человек на Николе разложился, и нам сказали, что у него контроллер, по-моему, сгорел. Короче, он сильно упал очень. А вот такая ситуация, не знаю. Правда, неправда, но разложился он прилично, туда же скорая поехала. Вот, заснять не успел, к сожалению. Ну и далеко очень не снимал просто. Вот, да. Ну, 18-то... Всяко, короче, пободрее поехали, да? Конечно. Вот, супер! Ох ты, как бобрик там был. Так, ну, собственно, сейчас будет старт, где ребят поедут Алекса, Серега. Вот, посмотрим, что покажет. Ну, я думаю, будет эффектно очень. Хотя Абу вот на Шермане занял первое место,
Он проехал очень круто и сидя вообще такой схил показал. Красавчик вообще. Нам понравилось, всем зашло, мы прям аплодировали здесь. Так, ну в этом, за эти, в принципе, все было ожидаемо. Да, Саша на первом месте. Это хорошо, когда... Вот. Ждем дальше, следующий заезд, да, уже нет, холодает. Так, я не успел на самом старте включить, в общем, начался очередной заезд, вот Серега вырвался вперед, и начался жуткий дождь и ветер. И похоже, мы уходим отсюда уже. Не надо мудрить, да? На этом мы завершаем на эту эпопею мокрую. Вот, уезжаем с электрофеста. До конца мы не дождались, ну, потому что погода опять испортилась. В общем, очень мокро. Все замерзли. Посмотрели несколько заездов с вами. В принципе, все круто. Вот, организация хорошая. Погода нехорошая, и она как конкретно нас подвела. Потому что, ну, конечно, все ожидали, что будет солнечно, прекрасно, как было это вчера, например, да? Погодка была ляпута, вообще тепло было. Вот, ну, сегодня дождь, ну и что поделаешь, так, короче, мокрый электрофест такой был. Вот, мы сейчас едем в отель, и завтра в Питер, так что, друзья мои, ожидайте следующие видосы уже с Питера, а вот будет там катки, я вам обещаю. Всем бай, увидимся в следующих выпусках, до скорой встречи. Thank you.